Здравия желаю, старший инспектор ДПС, старший кинопроект. Здравствуйте. Вачок, примерно посмотрим. В декабре текущего года сотрудники отделения ГИБДД МО МВО России Михайловский и управления ГИБДД МВО России по Рязанской области провели на территории Михайловского района совместную оперативно-профилактическую операцию «Автобус». Тахограф. Все есть. ГЛОНАСС, тахограф. Все есть. Выхтим чем-то. Основными задачами профилактической операции являются предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, совершаемых водителями, осуществляющими перевозку пассажиров, проверка технического состояния транспортных средств, выпускаемых на линию, выявление и запрет эксплуатации транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения, пресечение фактов незаконного выполнения лицензируемых перевозок пассажиров. Добрый день, здравствуйте, старший инспектор ДПС, Сколько народ? 2 человека. Всего? При контроле за дорожным движением особое внимание уделяется организованным перевозкам групп детей автобусами, выполняемым по заказу. Кроме этого, не остается без внимания соблюдение правил дорожного движения водителями школьных автобусов. Все транспортные средства были проверены на соответствие конструкции, технического состояния и оборудования. Несмотря на меры, предпринимаемые госавтоинспекцией совместно с другими заинтересованными ведомствами, нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения при пассажирских перевозках автобусами продолжаются и приводят к гибели и ранениям людей. Кроме того, на территории Рязанской области организовано скрытое патрулирование для выявления грубых нарушений правил дорожного движения. Наталья Быстракова, Александр Каратаев, Евгений Быстраков. Специально для Михайлов ТВ.